Позвольте. Здорово. Привет. Ого. Ну и что у вас тут за бойня? Это не у нас, это у него. Так, Позголев Дмитрий Николаевич. Охранник торгового комплекса «Абсолют». Я думаю, его работа тебе ни при чем. Что-то по женской части. А туфельки, похоже, женские, ведут следы на лестничную клетку. Угу. Их соседи первыми заметили. Поэтому мы здесь. Давай поспорим, что соседи убийцу не найдут. Что такое? Это мои ноги. Аккуратнее. На. Это мне? Да. И вот это тебе. Вау! Премия! Будет тебе и премия, и кофе, и какао с чаем. Как только изучишь вещественные доказательства из квартиры гражданина Позголева. Слушайте, ну если злодеи не взяли деньги, значит убили его за что-то другое? Ну прям мисс очевидность. Держи. Подключи это. А это тебе еще орудие преступления. Слушай, ну это уже наглость. А жизнь вообще штука несправедливая. Готово. Так вот, здесь явно стоял ноутбук. Он был подключен этим кабелем к интернету. Походу, ноутбук и его содержимое для убийцы были важнее всех этих денег. Смерть наступила между 22 и 22:30. Первый удар пришелся в район затылка. Убийца настолько хорошо знала свою жертву, что убитый поздно вечером спокойно повернулся к ней спиной. После первого удара Позголев потерял сознание и упал. А затем ему были нанесены еще 4 удара. Ты знаешь, Галь, я думаю, что это преступление на почве страсти. С последующей кражей компьютера, мне кажется, что это тщательно спланированное убийство. Почему ты так считаешь? В квартире Позголева есть набор инструментов. Молоток на месте. Второй молоток в ящике. А это значит, что убийца принесла орудие убийства с собой. Но если она такая продуманная, почему она так наследила? Ну, не так уж она и наследила. На молотке орудие убийства никаких отпечатков нет. А помада? На помаде отпечатки пальцев какой-то неизвестной тетки. Ну-ка, пристань-ка. Пристань. Сейчас мы сделаем ее известной. Ну, давай, посмотрим. Ее пальчиков нет в базе данных. Да и ну их. Сейчас найдем злодейку и дактилоскопируем по полной программе. Сейчас тебе покажу ее физиономию. Угу, круто. Там телепатия, телекинез. Молодец. Холодов, прекрати заниматься мракобесием в святых стенах ФЭС. На компьютере погибшего установлена программа удаленного доступа. Сейчас подключим себе камеру украденного ноутбука и все увидим. Что ты там разглядела? Да все, что надо. Тетка набирает номер телефона. Сейчас попробуем смоделировать движение пальцев и посмотреть другой проекции. Так, 918-201-7-4-6-7 или 8. Какая последняя цифра? Это соседние цифры на клавиатуре. Она так руку держит, что непонятно, куда пальцем тычет. Дай-ка.
Присаживайся. Номер с восьмеркой на конце принадлежит магазину «Мир гантелей». По-твоему, это тетка увидела что-то в компьютере убитого и срочно решила подкачать бицепс? Хорошо. Тогда номер с семеркой на конце принадлежит Кристине Чужовой. А вот это больше похоже на правду. Ну-ка, сейчас проверим, кто звонил Кристине, и получим убийцу. Ну вот, ее зовут Маргарита Маркелова. Откройте, полиция! А что вы хотите? Нам нужна Маркелова Маргарита Константиновна. Открывайте дверь. Ну, я не одета, подождите. Надо вызывать МЧС. Будем вскрывать дверь. Не усложняйте себе жизнь. Время уходит. Да? Андрюх, нужен фильм какой-нибудь про лесорубов. Ну, чтобы там бензопила работала, ну и погромче. Про лесорубов нет. Про маньяка есть с бензопилой. Давай. Так, все, не надоело. Если вы не открываете, мы вскроем дверь. Ребята, тащите болгарку. Ну не надо ломать уже. О, смотрите. Все, все. Руки убрала турбука. Руки! Я ничего не делала. Как вы смеете? Документы. Да пожалуйста. Вот, пожалуйста. Улики уничтожала, да? Да какие улики? Это ноутбук моей подруги. Одевайтесь, вы задержаны. Живее. Смотри. Кровь. В Москве убит охранник торгового центра «Абсолют» Дмитрий Позгалев. Преступник разбил ему голову строительным молотком. Рядом с телом обнаружен тюбик губной помады. Из квартиры погибшего пропал ноутбук. Эксперты ФЭС устанавливают, что украденный компьютер находится в квартире Маргариты Маркеловой. Полиция выезжает на задержание. Маргарита пытается тянуть время, не сразу открывает дверь в квартиру. В это же время подруга Маргариты Кристина Чижова удаляет на ноутбуке какие-то файлы. На обуви Маркеловой эксперты обнаруживают кровь. Отпечатки пальцев Маргариты Маркеловой присутствуют в квартире гражданина Позгалева. Кровь на обуви Маркеловой Маргариты принадлежит погибшему Дмитрию Позгалеву. Отпечатки пальцев на тюбике губной помады из квартиры убитого Маркеловой не принадлежат. Я даже фамилии его не знаю. Да. А как же вы тогда оказались в его квартире? Ну, мы познакомились несколько дней назад. Он пригласил к себе в гости. Я свободная женщина. И вполне могу позволить себе легкую интрижку. Где познакомились, что делали? Вы же понимаете, я могу спрашивать о деталях. А вы скоро запутаетесь. Да спрашивайте, что хотите. Я когда пришла, он уже был мертв. А зачем же вы взяли тогда ноутбук гражданина Позгалева? Ну, я растерялась. Я растерялась и схватила первое, что попалось под руку. Ну, явно же врет. Что у тебя? Из слюны и частичек эпителия на губной помаде из квартиры убитого удалось выделить ДНК. И эта ДНК не принадлежит Маргарите Маркеловой. А это что? В слюне женщины, которая пользовалась этой помадой, я обнаружил вирус герпеса. Надя?
одежде Маркеловой следов крови нет. А должны быть. Конечно. Позголеву всю голову размажили. Там брызги во все стороны летели. Она могла избавиться от одежды, в принципе. Одежду выбросила, испачканной кровью туфли оставила. Да, и, кстати, первый удар был нанесен, когда Позголев стоял в полный рост. Ой, можем подробнее посмотреть? Да. Смотри, рост убитого 180 сантиметров, а брызги крови на высоте 165-170. То есть на уровне его затылка, когда Позголев стоял в полный рост. Верно. Точное положение тела дает возможность для следственного эксперимента. Угу. Мы дадим вам молоток, вам нужно будет ударить манекены. Я не буду, зачем? Но вы же сами говорили, что хотите доказать свою невиновность. Хорошо, где эти ваши манекены? Держите. Он такой же, как и тот, которым убили Позголева. А, и как бить? Затыльником наотмашь сверху вниз. Отлично. А можно еще разочек, только посильнее? Угу. И еще разочек. Замечательно. Все, спасибо за участие в эксперименте. Ну, смотри, удар нанесен сверху вниз. Затыльник молотка вошел под углом на всех манекенах. А судя по следу на черепе погибшего, убийца ударил, ну, или ударила под углом 90 градусов. Значит, убийца ниже Маргариты Маркеловой. Да, как минимум на 10-15 сантиметров. Ты что такая грустная? А, мы проводили следственный эксперимент и теперь остались без подозреваемых. У меня тут есть кое-что, я думаю, это тебе поднимет настроение. Встаньте и отойдите подальше. Хорошо, повернитесь. Снимите вверх, пожалуйста. У вас замечательная фигура. Ну что за безобразие? Настроение не поднялось. Деточка, ты еще безобразия не видела. Сейчас увидишь. Теперь снимите лифчик. А теперь повернитесь. Хорошо, замечательно. Теперь снимите нижнюю часть белья. Рассчитывайте на что-то серьезное. Честное слово, вам нечего стесняться. Хорошо. Всего таким образом снято 10 девушек. Почти все они раздеваются, ну, как бы это сказать, помягче, по полной программе. Откуда это? Из ноутбука погибшего. Я восстановил все, что было стерто. Теперь понятно, почему задержанные пытались уничтожить это видео. ФС расследует убийство охранника торгового центра Дмитрия Позголева. Из квартиры Позголева пропал ноутбук. Следствие устанавливает, что его похитила Маргарита Маркелова. Во время задержания Маргариты ее подруга Кристина Чижова удалила из ноутбука несколько файлов. Полиция выясняет, что Маргарита не убивала охранника. Криминалистам удается восстановить удаленные записи на ноутбуке. На этих записях девушки школьного возраста по команде неизвестного мужчины раздеваются перед камерой. Это моя дочь Мария. А девушка, которую вы мне показывали до нее, это Полина, дочь Риты. Зачем вы удалили эти записи с компьютера убитого? Не хотели, чтобы наших девочек кто-то увидел в таком виде. А как вы о них узнали? Мне позвонила Маргарита и сказала, что ты брала ноутбук у одного козла. А там ее и моя дочь раздеваются. Слушаю. Поняла. Не уходите, мы еще не закончили. Галина Николаевна, там девочки приехали, Мария и Полина. Ну, те, которые на видеозаписи.
А что так долго? Ну, они только приехали, они с экскурсии ездили с классом в Ярославль. Пошли. Девушки, мы не имеем права вас допрашивать без родителей или педагога. Вы что, с ума сошли? Я что, это при матери буду рассказывать? Но в таком случае все, что вы скажете, не будет иметь юридической силы. Да плевать я хотела на эту силу. Мы и так уже влипли. Свободен. Ну, тогда давайте просто поговорим. Слушаю вас. Ну, в общем, мне в социальной сети написала какая-то тетка. Валерия Крупенникова, кажется. Да. Она представилась как ассистент режиссера по подбору актеров в молодежное кино. Ну и вроде как им нужны были новые лица. Ну и мы им очень понравились. Она что, вам одновременно обоим писала? По очереди, конечно. Она написала то, что мы должны прислать ей свое портфолио. Ну, что-то наподобие то, что у каждого актера оно должно быть. А дальше это Валерия Крупенникова пишет. Нужно, чтобы оператор посмотрел на вашу фигуру вживую или по конференц-связи. Это не обязательно значит раздеваться. Это девичья психология. Она уже согласилась на съемку, она видит Оскар перед глазами. Тогда оператор говорит, на роль второго плана могу вас взять прямо хоть сейчас. Но Оскар как-то это не тянет. Вот именно. У главной героини есть несколько эротических сцен. Конечно, если у вас комплексы, то, пожалуйста, давайте остановимся на массовке. Но если нет... Он попросил сначала снять меня вверх, а потом пройтись по комнате. А дальше снять вниз. Сволочь. Потом стали приходить письма, мол, не принесешь деньги, твои фотографии падут в школу, а видео к родителям. Сколько вымогал? У кого-то 10 тысяч, а у кого-то даже 20. И вы платили? Ну, что же еще оставалось? Узнают, позор не оберешься. Угу. Я поймала Полину, когда она деньги из заначки воровала. У нас никогда такого не было. Ну, я прижала ее, она мне все рассказала. Как вы попали в квартиру Позгалева? Мне Полина сказала, где будет передача денег. Я туда подъехала. Приехал хмырь на машине, номера в грязи. Не разберешь. Ну, я за ним проследила. До дома? Нет. Он оставил машину на парковке торгового центра «Абсолют». Я номера протерла, а ребята на работе выяснили, чья машина. Вам знаком этот человек? Да, это тот самый оператор. Ну, точнее, мужик, который представлялся оператором. А что, с ним что-то случилось? Он убит. Это не я. И это тоже не я. Все сообщения в социальной сети оставлены из торгового центра «Абсолют». Там бесплатный Wi-Fi. Ну, правильно. Позгалев там работал охранником, мог спокойно прямо на рабочем месте девчонок кадрить. Еще я заметила, что одни сообщения написаны без ошибок, а в других целая куча описок и опечаток, как будто два разных человека писали. Ну и что? Я когда тороплюсь, тоже ошибки делаю. Ну не знаю, у меня, например, абсолютная грамотность. Я всегда пишу без ошибок. Так, Маргарита Маркелова работает диспетчером в телекоммуникационной компании. Она выяснила адрес Позгалева. Пришла к нему в квартиру разбираться. Угу. Он оказался уже убит. Она хватает компьютер и убегает. Дома на записи она видит одноклассницу дочери и звонит подруге. Кстати, на записи все девушки из одного класса. Все очень складно, только непонятно, кто убийца. Смотри. Здравствуйте, меня зовут Валерия Крупенникова, я работаю ассистентом режиссера. Ну, это текст, который Позгалев отправлял школьницам. А зачем ему шпаргалка? Зачем? Угу. А посмотри, какая великолепная библиотека собрана убитым. Какая библиотека? Ты о чем? Ни одной книги. Так вот и я о том же. Позгалев всего лишь был тупым исполнителем. У него был очень умный сообщник, который придумал всю эту разводку. Это список звонков убитого. Чаще всего он общался со Светланой Зубаревой. Вероятно, это его подруга.
Очень может быть. По совместительству Светлана Ивановна работает учителем русского языка и литературы у девочек, которые есть на видеозаписи. Это не может быть совпадением. Светлана Ивановна, это наш классный, а что? А какое у нее отношение с классом? Да отстойно, она всех достала. То ей заколки нравятся, то туфли, то еще что-нибудь. Она просто нам завидует. Угу. Почему? Ну, мы молодые, красивые, модно одетые. Она кошелка старая, которая на рынке одевается. Вот-вот. Ясно. А у вас принтер в классе есть? Да, есть. А что? Мне нужно что-нибудь напечатанное на этом принтере. А, так, секундочку. Расписание сойдет? Он был мой приятель. Галина Николаевна, записка из кармана убитого и расписание занятий напечатаны на одном принтере. Одинаковая полоса от валика. Чьи здесь отпечатки? По краям все стерлось. Ну, это понятно. Он ее то складывал, то разворачивал. Вот эти вот отпечатки принадлежат убитому, а эти неустановленному лицу. Судя по размерам, женщины. Ну, получим ее отпечатки, сравним. На одежде учительницы крови нет. Она могла ее 100 раз поменять, выбросить. Да, люди часто выбрасывают одежду. Но вот с денежками расстаться намного сложнее. Видишь вот эти 2 купюрки по 500 рублей? На каждой из них кровь. Кровь убитого. К тому же на тюбике губной помады обнаружены следы ваших пальцев. Конечно, потому что это моя помада. Я ее, наверное, выронила, когда была у Димы неделю назад. Тюбик лежал возле трупа. В квартире Позголева было убрано. Вы думаете, он бы его не поднял? Я не убивала Диму. Я его любила. Где вы были в ночь убийства? Дома сидела. Тетради проверяла. Мне нужно было успеть к воскресенью, потому что была назначена экскурсия в Ярославль. Кто-то может это подтвердить. А вы тетради допросите. Может быть, они вам что-нибудь расскажут. Конфликт теории и жизни в романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Проблемы мировосприятия в голове эксперта Холодова Андрея Юрьевича. Ты откуда это взяла? Ну что, я не вижу, что ли? Ты сидишь и выискиваешь в тетрадках, как можно оправдать эту училку. Ты уверена, что это она убила любовника? Я уверена, что это она придумала эту историю с фильмом. А зачем ей это надо? Она завидовала своим ученицам. Во-первых, она хотела унизить заносчивых девиц, а во-вторых, заработать на их глупости. Это не объясняет убийство любовника. Да здесь может быть 1000 причин. Ему надоело шантажировать школьниц. Его могли запалить при передаче денег, он мог рассказать о ней в полиции. Позголев мог сам шантажировать свою любовницу. Какая версия тебе больше нравится? Выбирай любую. Никакая. В Москве убит охранник торгового центра Дмитрий Позголев. Следствие устанавливает, что Позголев был мошенником и шантажистом. В социальной сети он писал школьницам письма, в которых представлялся оператором молодежного фильма. Дмитрий уговаривал девочек раздеться перед камерой. После этого Позголев вымогал у них деньги, угрожая распространить фотографии девушек в школе. Выясняется, что убитый встречался с учительницей Светланой Зубаревой. Зубарева была классной руководительницей всех девочек, которых шантажировал Дмитрий. ФС подозревает Светлану в том, что это она была организатором мошеннической схемы. Возможно, она же и убила своего сообщника. Меня смущает, что в слюне учительницы Светланы Зубаревой нет вируса герпеса. А почему он там должен быть? Помнишь тюбик губной помады, найденный в квартире убитого? На слюне и в частицах эпителия на помаде найден герпес. Вот. С момента убийства прошло больше 2 суток. Она просто могла вылечиться за это время. Неделю назад у меня выскочила простуда на губах. Но я не понимаю, зачем нужно обсуждать мое здоровье. На помаде из квартиры обнаружен герпес. Но приблизительно неделю назад я потеряла этот тюбик. Извините, с
Степан, можно тебя на минутку? Подождите меня на секунду. Чего случилось-то? Посмотри на это сочинение. Видишь это жирное пятно? И что? Спроси учительницы, откуда оно взялось. А зачем? Да ты не меня спроси, ты ее спроси. Ладно, давай. Откуда здесь взялось пятно? И почему вы за него извиняетесь? В субботу вечером у нас в доме отключилось электричество. Мне нужно было проверить к понедельнику тетради. В воскресенье я не могла. Да, я помню. У вас была экскурсия. Я проверяла тетради при свечах и случайно капнула на сочинение. Я пыталась вывести пятно, но у меня ничего не получилось. Когда отключали свет? Я точно не помню. Примерно в 10 вечера. Понимаете, Галина Николаевна, электричество отключили в 10 вечера, а включили в 10:45. За это время учительница поставила жирную восковую кляксу в ученическую тетрадку. Что-то я пока не понимаю. Я объясню. Убийство совершено между 22 часами и 22:30. Ты хочешь сказать, что во время убийства Позголева учительница была дома? Вот это дом учительницы, а вот это дом Дмитрия Позголева. За полчаса преодолеть это расстояние, убить любовника и вернуться домой нереально. Но, строго говоря, жирное пятно в тетради не является алиби. Она могла поставить его и раньше, и позже. Или специально, чтобы нас обмануть. Если бы она хотела обеспечить себе алиби, то она бы сразу нам сказала: обратите внимание на такую тетрадочку, на такую страничку. Видите, там пятнышко от свечки, которую я поставила, когда отключили электричество. А на это мы сами обратили внимание. Но она же советовала нам тетрадки допросить. И если это она придумала такую сложную многоступенчатую схему шантажа, то вполне могла и такое неочевидное алиби себе состряпать. Но ты прав, надо проверять другие версии. А если рассматривать вариант, что учительницу подставили? Убийца знал, что накануне поездки Зубарева будет сидеть дома и проверять тетрадки. Поэтому алиби у нее не будет. Это либо учителя, либо ее ученики. Угу. А деньги с кровью убитого любовника ей могли подсунуть в карман только во время поездки в Ярославль. Остаются школьники или школьницы. А сколько у нее девочек в классе? 13. Из них 10 снялись на видео. То есть остаются 3, которые причастны к шантажу одноклассницы и убийству. Почему? Ну, не будет же организатор шантажа сама себя позорить. Одна из 3 девиц отпадает, она не ездила в Ярославль. Остается 2. Лиза Кубышкина и Вероника Туманова. Ну что, барышни, кладем на экран этого замечательного сканера левую руку. Нет, я сказал левую. Отлично. А теперь другую руку, то есть правую. Замечательно. А теперь ждем, кому из вас выпадет счастливый билет. Еще одну девицу можно отправлять домой. Все. Попалась птичка в клетку. На записке шпаргалки составлены для Позголева, есть отпечатки пальцев Вероники Тумановой. Угу. Лиза, вы можете идти. А вас, Вероника Павловна, я попрошу остаться. Что я сделала? Вы меня арестовываете, что ли? Видите ли, отпечатки ваших пальцев. У Вероники недавно был конфликт со Светланой Ивановной и с девочками из класса. Она живет с матерью, а та отказалась давать деньги на дополнительные занятия, на экскурсии. Ну, отказалась и отказалась. В чем проблема? Вот так нельзя. Одни идут на дополнительные уроки, другие уходят домой. Это неправильно. Должен быть дисциплина и порядок. Вертикаль. Светлана Ивановна даже предложила перейти Веронике в другой класс или в другую школу. И одноклассницы с ней поговорили. После этого у Вероники сразу нашлись деньги на все. Так, дорогая, я не поняла. Ты что здесь свои права качаешь? Самая умная, что ли? Не хочешь платить? Не хочешь участвовать в жизни класса? Вали из нашей школы! Девочки, пожалуйста, не бейте меня! Девочки, ты на нее посмотри! Мы с бабушкой договорились, что она будет помогать мне с деньгами. Только чтобы мать об этом не узнала. Как же ваши отпечатки попали на лист с запиской? Кажется, я знаю. Я вставляла бумагу в наш классный принтер, а кто-то из девчонок меня толкнул. Ну, я уронила эту пачку бумаги, потом собрала. Так, наверное, и попали. Где вы были вечером накануне поездки в Ярославль? Дома, уроки учила. У моей матери нету денег на репетиторов, поэтому мне приходится добиваться всего самой. Кто-нибудь может подтвердить ваше алиби?
Мать в ночную смену ушла. Нет, никто не может. Извините, скажите, а как давно у вас начались проблемы с волосами? Несколько месяцев. Врачи говорят, это из-за стресса. Можно тебе минутку? Извините. Я знаю, как доказать ее вину. Мы знаем, что не один только Позгалев писал письма на казнице Вероники. Он писал с ошибками и опечатками. А сообщество на безупречном русском языке. Вероника теряет волосы от стресса. Значит, в ноутбуке убитого есть ее волосы. Что-то не вижу я рыжих волос. Трудно искать черную кошку в черной комнате, особенно, когда ее там нет. Про зеленую кошку у Конфуция ничего не было. При чем здесь зеленая кошка? Я нашла ресницу с зеленой тушью. Вряд ли охранник торгового центра будет красить ресницы в такой необычный цвет. А вот его подельница запросто. А я помню девушку с зеленой тушью. Это Мария Чижова. Она у нас проходила как потерпевшая от охранника-извращенца, мошенника и шантажиста. Несколько месяцев назад Мария Чижова проходила потерпевшей по уголовному делу о связи с несовершеннолетними. Кто обвиняемый? Там другая история. У нее была связь с неким Георгием. Он партнер ее отца по бизнесу. Их застукала учительница Маша Светлана Ивановна Зубарева. Сказала об их связи родителям, и родители упекли этого Георгия в колонию. Значит, вся эта комбинация со съемкой фильма и убийством Позгалева только для того, чтобы отомстить учительнице? Хотите? Я расскажу вам, как все было. Я тогда решила, раз эта стерва испортила мою жизнь, тогда я испорчу ее. Это вы об учительнице? О ком же еще? Я стала за ней следить. Оказалось, что у нее есть любовник. И тогда я решила использовать его по полной. Знаешь, я придумала, как нам с тобой заработать кучу денег. Мы разведем моих одноклассниц на бабки. Ты у нас будешь кинооператором. Какой нахрен оператор? Я пишу-то с ошибками. Я тебе все напишу. Тебе останется только сидеть и управлять этими идиотками. Тебе что, деньги не нужны? А потом, когда подвернулась эта экскурсия, и я поняла, что настало мое время. Училка будет весь вечер сидеть дома, проверять контрольные. У нее не будет алиби. И тогда осталось грохнуть мужика и подбросить на нее улики. Пошли, пошли, пошли. Ну что ты задумал? Пошли. Трюга. Стой, ну не поворачивайся, ну не поворачивайся. Я тебе сюрприз приготовила. Не люблю эти сюрпризы, ну что... Только не поворачивайся, милый. Вы специально снялись на видео? Конечно. Кто же на меня подумает? Я же одна из жертв разводки. Одна из тупых старшеклассниц. Деточка, ты зачем мне все это рассказываешь? Вы ничего не сможете доказать. Дядь, у вас на мне ничего нету, кроме двух ресниц. Я даже постельное белье постирала. Никто не подумает даже, что 16-летняя девчонка развела здорового мужика. Позвольте прервать вашу беседу. Это из вашей сумочки. Здесь отпечатки ваших пальцев и потожировые следы Дмитрия Позгалева. Ну да, встречалась я с ним. Один раз. На подброшенных учительнице купюрах остались твои потожировые следы.
У тебя не будет ни последнего звонка, ни выпускного вечера, ни блестящего будущего. Рано радуетесь. Я еще вернусь. И тогда посмотрим, у кого чего не будет. Уведите. Представляете, а ведь ей совсем недавно исполнилось 16. Я думаю, мы еще о ней узнаем.